Плохие погодные условия приносят много проблем водителям и спасателям. Автоцистерна с 27 тоннами топлива съехала на обочину и застряла на объездной трассе недалеко от Бельц. По данным пресс-службы Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, сообщение об этом инциденте поступило во вторник, 20 марта, около 11:00. В непосредственной близости от места инцидента находится бензозаправочная станция. Если бы бензовоз перевернулся, могло произойти непоправимое. На место инцидента прибыл расчет спасателей, сотрудники которого отбуксировали автоцистерну, соблюдая все меры противопожарной безопасности. Спасатели призывают водителей быть предельно внимательными, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить на номер 911.